Итак, всем привет! Я продолжаю прохождение Resident Evil 4, уже 11 серия. Мы продвигаемся вперед. Так, с вами я, Бомж, и продолжаем прохождение Resident Evil 4. Ладно, шучу. Так, короче. Это уже 11 серия. Так, мы сохранились, теперь направляемся дальше, чтобы убить memo.play.org. Как всем известно. Так, направляемся сюда. Так, у него мы должны забрать глаз и открыть вот эту вот херню. Так, заберем глазик. Ну, чтобы его забрать, нужно что сделать? Правильно, убить memo.play. То есть, Степан ГТ там скажет один полный бред, скажет Степан ГТ, когда будет его убивать. Конечно, не Аста Луига, но кое-что другое. Так, звук, который я сделаю чуть потише, чтобы было слышно ему голос. Смотрит это по Шенге Пасанючек и Кирилл. Они вдвоем смотрят, как дебилы, и ржут над тем, что делает Кирилл. Потому что Кирилл в будущем, скорее по Шенге. Короче, ничего ему не говори, пофиг. Это будет такой один очень сложный момент. Его момент, короче, нужно взять винтовку. Но это делать нежелательно. Если, конечно, вы очень метки, то это будет для вас очень хорошо. А если нет, тогда не берите эту винтовку. Так вот делаем. Потом вот так вот делаем. Можете ей даже в голову не целиться, просто по ним. Они все так и так упадут. Перезаряжаемся. Там вот еще какие-то два дебилоида. Одни уже упали. Все, убили всех, перезаряжаемся. Не такая сложная система. Но если вы играете на приставке с джойстика, то, конечно, лучше с пистолета их всех убить, потому что это сложно целиться. За эти 20 минут мы должны успеть там собрать желтый камень, ставить его в стакан и еще убить мы. Блин, я одного забыл убить. Пошел ты, падай. Падай на небеса. На нижние небеса под названием ад. Итак, мы тут выходим. Так, вот мы тут вышли. Теперь давайте что-нибудь набирать. Прохождение по Шенге я бросать не планирую. Но если уж начал, то нужно закончить. Логично, да? Так, давайте мы тут установим стекло. Так, громилами. Ну так, до прикола чисто сломаем. Берем гранату. Синяя граната. Синий блеск луны. Шутка. Итак, идем дальше. Желательно вообще эту дуру здесь оставить, чтобы она не мешалась. То есть нажимаем на Z. Да, и все. Будет очень такой напряженный момент, лучше, конечно, на этот момент пройти одному. Но если бы супер-мега-хардкорщик, то лучше, конечно, проходить. Не лучше, а можете пройти с Эшли. Так, сейчас тут будут одни дебилы. А, понял, лучше оставить. Ёпта! Ёпта! Натуре ёпта! Ах ты! Давай, пошел отсюда! Блин! Убил сам себя. Со песни. Как будто сам я себя убил. Это про них как раз. Про этих идиотов, койотов. Про этих дроперчиков. Ну да ладно. Шутки в сторону. Армия, ёпта. Так. Сейчас будут еще одни дебилы. Этих дебилов они издалека, мы их сможем с винтовочки смело так взять. Нафиг вот так. И нету. Эй. Ну и это тоже смахнуть. Мне лично не сложно. Все уже этот момент знают, поэтому можно его проспойлерить. Тут мы будем проходить момент заду вон. Он тут появится, тут будет заточение. Интересно вот представить, что же они с ней делали до кат-сцены, как когда вон появилась здесь. Может, они ее нахиловали. Ну да ладно. Вот он, камень. Камень мотив. Так, мы должны его соединить. Так,
Теперь давайте посмотрим. Да, теперь у нас все три камня, можно эту от этой хери избавляться. Может быть, конечно, не хери. Вот такое оружие, такая вот винтовка, она, по-моему, была где-то в войнушках, вот таких вот армейских войнушках, там, которые вот Васёк любит играть. Вот в таких вот она была играх, там, на первую PlayStation, все такое. Так. Вы, конечно, если можете оставлять одну на, ну, на бесконечность времени, если просто так, а если на какой-то вершине там, а сами воспрыгнули, то тогда за время, тогда она потом может сдохнуть от страха. Так, собираем здесь бред. Так, давайте у этого дебила что-нибудь купим. Так. Чего нам тут купить? Лекарств. А, это кружка. Давайте продадим. Кстати, кружка стоит так же 20 тысяч, как и маска. Ну да, это идентичные такие. Так. Купим лекарства. Сейчас я тебе пофукаю, блин. Так, погоди. Блин. Джойстик я хоть вставил? Ага, вот. Фукальчик, хрен. Так. И не идиот я. Так. Ну, прокачивать нам нечего. Так, теперь сохраняем. А, сейчас эту дуру позовем. А пока мы ее зовем, мы сохраняемся. Так. Я пойду проверю секундомер, он там телефон заряжается. Поэтому пойду проверю. Прошло уже 6 минут где-то. Где-то 6, может быть, 6,5. Короче, где-то так. Пока она бежит, мы бежим дальше. Не будем ждать ее. Она нам нафиг не нужна. Да я шучу. Леон-то ради нее сюда и пришел. Появился в этой местности. Да иди ты сюда, блин. Я же шучу. Странно, почему ее тут можно вообще убить. Вот с Resident Evil 5 уже этот момент убрали. Что стреляешь в своих, ты не стреляешь, все равно ты его не убьешь. Это заскриптованный момент. Тут этого не сделает. Странно вообще, почему? Тут даже нельзя настроить. Хотя, кстати, в Resident Evil 5, кстати, можно было настроить, когда ты в Шеву там стрелял, там, попадаешь ты в нее или не попадаешь. Ну, да, пофиг. Сейчас будет один ролик, если пан ГТ скажет одну неадекватную фразу. Вот такую. Только и нахил у тебя. Да ладно. В общем, это он сам это скажет. Так что это, ты не боись, мальчик, все будет нормально, потому что... Урод, я хочу проебать тебя! Изнасилую тебя. Ёпта, пососы атакуют. Пососы атакуют, спасите, изнасилуют. Боже мой. Помогите. Домосеки. Блин, нет, нет. Не бери меня, не бери меня. Ты дрыщ, ты бомж, понимаешь? Ты не должен вообще меня атаковать, мы могу плей. Скоро тебя будет озвучивать. Скоро ты будешь озвучивать. Еще и этого, как его.
Салазара тупорылого. Салазар рулит. Короче, собрал я все, весь бред. Может, не бред, конечно. Так где этот дебил? Ты охренел? Сволочь. Сука. Ну ладно, пофиг на тебя. Ну тебе просто повезло чисто. Я не знаю, как он с одного раза убил. Я так не ожидал такого. Ну да ладно. Сейчас мы этого дебила убьем. Кстати, может такой прикол сделать. Тут ее оставить, смотри. Смотри, мальчик, тут ее, смотри, оставить. Даже если мы пойдем в ту сторону. Вот, она опять здесь. Все так. Блин, опять этот момент сейчас будет. Опять этот тупорылый момент. Ну все, всегда что ли тут теперь будет? Все, забей. Иди от меня. Уходи. Блин, что делать? У меня жизни нет. Я бомж. Пошел ты, блин. Уйди от меня. Блин, ну педик, да? Ну скажи, пошел педик, ну тут пристает ко мне, блин. Я сейчас буду в полицию жаловаться. Если он сейчас же не перестанет всякой херь делать. Отойди, дай мне взять предмет, потом буду с тобой сражаться. Подожди чуть-чуть. Лошара, ах, лошара-то, а. Иди сюда. Блин, ну да пофиг. Сейчас вот так вот сделаем. Объединить. Блин, какой исследовать? Объединить. Ага. Мы же просто будем его дурить, короче. С ним-то не так, конечно, долго сражаться. Ну нудно, потому что он много хп снижает. Но это потому что мы на профессиональную играем. Просто вот так вот мы его отвлекаем. Заодно перезарядим эту хель. Он тут дебил что ли? Короче, этот битерсмен достал трещом. Результат на глазах. Я буду его век мочить. Ё-моё. Я думаю, я сдох. Ну да пофиг. А, сейчас мы объединим. Пошел ты от меня. Блин! Короче, мне надоел, все, я... Все, надоело, как говорит Коля, все, надоел. Уйди. Пошел ты, блин, могу плей. Ну, мешается, ну как его убить? Чего он так долго убивается? Наконец-то. Наконец-то мы этого дебила убили. Да блин, да что такое? Ёпта. Все, буду винтовку использовать только тогда, когда он в первой стадии. Когда во второй стадии не буду тут тупорылую винтовку использовать. Ну что, лох, вообще охренел, блин. Дает мне пройти игру. Тупорылый, блин. Убить его, изнасилуй его. Ну ладно. Как это перемотать? Перематываем этот бред, давай. Пошел ты, блин. Подыхай. Ты косой, ты чурка, ты косая.
Хули он так приближенно к камере? Слишком близко. Дай мне взять предмет. Куда я побежал-то? Где граната? Опа. Как это так вообще? Бред какой-то. Ну да пофиг. Рано или поздно все равно его выиграю. Ладно, короче, я его так. Не буду с пистолета его атаковать. Как он ланшотит? Он не может вообще ланшотить. Я не понимаю, какого хрена он ланшотит. Давай же. Как он там распердится, блин. Дед пердец старый. Иди ты вообще тоже. Пошел ты, блин, от меня. Блин, бочка так вообще неудобно стоит, вообще невозможно попасть. Как мне вообще попадать? Только сверху есть. Порву, говню. Иди от меня. Нитросексуал, блин. Предметы. Только все эти предметы, потому что год пройдет, блин. Даже два года. Когда чурка, блин, надо победить. Ну ничего, мы его убьем. Просто сейчас мы его вот так вот застрелим. Пошел ты, блин. Чё вообще как пёс атакует? Пёс тупорылый, блин. Да иди ты, блин. Худощавое чмо. Блин, чем мне его атаковать? Дробовиком, что ли, я не понимаю. На. Пошел ты. Попробую с винтовки. Неохота мне патроны и автоматы тратить. Главное не приближаться к этим его рукам тупорылым. Так, все, вот теперь самое опасное. Винтовку тут уже использовать нельзя. Потому что там он меня убьет. Два счета. Сейчас нужно использовать вот что. И вообще сейчас нужно использовать еще зеленую траву. Так как если он меня может заваншотить. Объединив. Блин, уже время, наверное, идет, и я какой-то дебил купить не могу. Ну ничего, мы его убьем. Так, стрелять в него все время, как стена в огороде, блин. И рано или поздно. Какой прикольный звук от автомата, когда я в него попадаю. Он ублюдок просто, этого ублюдка надо убить. Ублюдки должны страдать. Это тупой огонь, блин, из него ни хрена не видно. Ух ты, вот я вот хорошо, что я траву использовал, да, мальчик? А то бы сейчас, блин, был в нее раздолье, блин. В очередную смерть. Ах ты гад. Пока он вдалеке, можно его винтовочкой подстрелить. Где ты? Прикольно мы его добили.
где-то есть чмы. Говно ты, блин, где от меня? Ну чё мне его добивать? Чё такое? Конец-то. Нет, не убили? Ну подыхай ты. Всё. Ну ты охренел. Всё, давай подыхай, я хочу кат-сцену. Давай, подыхай, дебил. Дебил. Все, вот этот твой тупорылый глаз. Все, Леон, расслабься. Мы этого говняка убили. Ну, Турин вообще охренел, блин. 4 раза меня убил. Ни за что. Что я ему сделал? Что я ему сделал? Кто убил за что? Как бы сказал Спан ГТ. Короче, ладно. Главное, что мы его убили. Так, тут он говорить не будет. Поэтому... Хотя... Да, не буду тут говорить. Так что можно этот ролик не вставлять. Зачем? Дали нам от него, не знаю, по-моему, 30 тысяч, что ли. Короче, я не помню. Так, главное, что этого гада убили. Всё, ты мумошка. Всё. Мошка уже пилошка, как бы сказал заикник. Все, прыгиваем отсюда нахрен. А ту еда. Не в порядке я. Если бы ты мне хотя бы помогала, тоже стреляла бы. А ты как дура стоишь, ждешь. Ну да ладно, пофиг на тебя. Так, сейчас проверю время. Уже 21 минута прошла. Сейчас сохраняемся и все. Чтоб не затягивать, как говорится, время. Да, серия была такая, довольно напряжная. Тут кое-где тут сфейлился, когда проиграл. Ну, блин, он сам как дебил, он жутит с первого раза. Блин. Конечно, его, блин, сложно победить. Так, давай посмотрим, что можно купить. Продать, то есть. Ничего. Лекарство. Ну все, прокачивать уже давно ничего нельзя. Все, сохраняемся и дерзаем. Итак, это была 11-я серия, она была такая довольно жуткая. Там был Момо Гоуплей, этот Питерс Мендес. Момо Гоуплей я также буду озвучивать. Салазара, но если, конечно, его канал разбанит. Если его канал забанен, то придется тогда кого-нибудь другого искать. Миша ГТ, вон, роль Миша ГТ подойдет. Нормально. Итак, все, это была 11-я серия, с вами был Бомж. Да, я шучу, с вами был Кирилл Пашенди. Всем удачи и пока. Изнасилую тебя.